Ну сколько можно-то, а? Сколько можно? Ребята, передайте в штаб, что к нашему аванпосту движется неопознанный гигант. В этих пещерах хорошего топлива они сроду не видели. Теперь мне понятно, почему они такие злые. Насколько долго мы будем блуждать этими тоннелями? Мы не встретили еще ни единого врага. У меня уже руки чешутся. Когда-то я уже попадал в эти лабиринты смерти. Выбрался лишь спустя несколько месяцев. Ты тоже это слышал? Мы движемся в правильном направлении. Надерем им зад. Наконец-то ты снова в строю, Аид. Рад тебя видеть в здравии. Мой владыка. Знакомься с вершиной моей инженерной мысли. Его зовут Булыжник. Святые угодники, ну здравствуй. Как видишь, теперь есть кому оборонять подземелья. И ты можешь отправиться в земли советов на помощь японской армии. Погоди-ка, Федя. Похоже, вот и наша цель. И он движется в нашу сторону. Ну и переросток. Открываем огонь на поражение. Взять будет крайне сложно. Выпускай залп и завали ему проход.